Так, друзья, а уже пошли крутые находки. Смотрите. А? Часики. Какая-то ювелирка, наверное. Золото, золото, друзья, смотрите, золото. Ты здесь есть надпись. Калибр 4,38 миллиметра. Здорово, народ. Добро пожаловать на канал Миклоха Макфлай. Сегодня решил прогуляться по центру города Липецка. Я из Липецка, если кто не знает. Захватил с собой магнит. У нас сейчас дождь какой-то невероятный был. Прям все смыло. Вот, есть такой канал, речка Липецка называется. И очень надеюсь, что в нее что-то хорошее смыло. И мы сейчас это что-то хорошее поймаем. Погнали. И только что был какой-то фантастический дождь. Вот с таким градом. Сейчас покажу, вы просто охренеете от этого вида. Смотрите. Вот это нормально пена, да? Это реально около метра. Класс, да? Можешь здесь покидать. Можешь попробовать. Хотя, мне кажется, найти тут что-то интересное будет крайне затруднительно. Наверное, только монетки есть. Но мы попробуем. Так, смотрите, там что-то тяжеленькое. Опа, вот такая вот железячина. Тут снова пробочка. Прикольно? Так, кажется, я выловил что-то реально огромное. Я покажу. Блин, это не труба. Это, кстати. Ого, как бы ее еще дорос. Метра два длиной. Ну, вот такая вот штука, друзья. Не знаю, что это, арматурина, наверное. Ну, вот такая увесистая вещь. О, как оторвать-то? О! Не знаю, весит. Достаточно много, неплохо. Так, друзья, я предлагаю поменять место дислокации и отправиться сейчас вот к тому мостику. Ну, во-первых, мост место более перспективное, да? Во-вторых, вот это ресторан, мало ли что здесь может падать. В-третьих, это ресторан с такой дурноватой славой, да? Здесь периодически кого-то режут, стреляют, поэтому под мостом может быть что угодно. Ну и в-четвертых, это самый старый мост моего города. Вот. Пойдемте попробуем. Естественно, чтобы пустым не ходить с места на место, я там магнит бросил, где сейчас стоял. И вот. Утку пугаю. Протягиваю вдоль всего русла. Как раз сюда для моста. Сейчас покажу, что в русле может быть. Ну, не сказать, что тут много всего интересного. Электрод. Какие-то железячки. И пивные пробки. А, ну и пару саморезиков. Фигня какая-то. Первая крупная находка. Это, я так понимаю, кусок рессоры. Скорее всего. О! Тоже немало весит. Так, карабинчик и пару пробок. Так, что тут у нас? Какие-то невнятные железки. Вот это вот что-то такое. Так, ну и какая-то железная скобка. Металлолом, металлолом. Еще немножко железного мусора. Так, разбираемся. Железный стакан, наверное. Какая-то хрень. И железячки. Так, друзья, а уже пошли крутые находки. Смотрите. Смотрите. А? Часики. Слушайте, я не знаю, что это за часы. Но. Может, они водонепроницаемые. Может быть, я их смогу восстановить. Ватер-резист. Да, ватер-резист. Водонепроницаемые. То есть, чисто технически. Я... А вы представляете, какие-нибудь крутые швейцарские, нет? Не может быть такое? Круто! Вот это крутая находка, да? Я первый раз поймал часы, честно. Никогда до этого ничего подобного не ловил.
Блин, может оказаться, что это прям крутые реальные часы, я их смогу восстановить и буду таскать. Хотя, вряд ли что-то будет круче моих, но все-таки. Да, здесь, конечно, не часы, но батарейка, трубка, какой-то профиль. 10 рублей. Обратите внимание, 10 рублей. Я, кстати, собираю десятки, на самом деле, вот такие. Вот, и так как часто ловлю и часто десятки попадаются, то я просто еду потом на автомойку самообслуживания и мою машину. Нормально, работает схема. Так, смотрим, народ, что на этот раз. О, ножницы. Во, половинка ножниц, вещь крутая. Пару гвоздей, пару шурупов. Здесь монетка. Сложно определить, как... А, рубль. Какая-то скобка. Непонятно. Еще одна монетка. Ну и какие-то проволочки. Неплохо. Так, друзья, я вначале говорил, да, что это кафе с такой славой интересной. Тут часто бывают разборки. Ох, вы не поверите, что я поймал. Смотрите. А? Что это у нас? Прикольно. Но это, вероятнее всего, газовый, да, я так понимаю, потому что здесь вот вставляется баллончик, есть пружинка, есть даже что-то заряжено, как будто бы, да? От чего это, друзья, кто знает, пишите в комментариях. Такая вот суровая находочка, а? Обойма, да? Обойма это называется, наверное, магазин. Что написано? Open Glows. От чего-то газового. Следующий заброс. Тут, конечно, пистолета нет. Есть еще пару денежек. Батареечка. И вот такая восьмерка. Железка. Тяжелище. Как сам магнит весит. Так, друзья, следующий заброс. Смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять монет, десять монет. Бур от перфоратора. Почти новый, смотрите. Так, ну и здесь... О, здесь что-то прикольное, гляньте-ка. Ну, это какой-то, я не знаю, что это такое. Какая-то ювелирка, наверное. Золото, золото, друзья, смотрите, золото. Блин, классно, да, сегодня у нас? И пистолет, и буры, и денег много. Идеально. Продолжаем, друзья, чистить реку и находить всякие прикольные штуки. Вторая половинка ножниц. Смотрите, сейчас соберу весь комплект. Во, все, собрал целые ножницы, представляете? Хотя не, слушайте, не, это от разных, а нет, от одних. Во, замочек и еще несколько монеток. Еще один замочек. Ну, видимо, этот мост кто-то использует как свадебный, вешает сюда замки, а потом разводится и снимает отсюда замки. Замок, монетка, кольцо заводное. Ну, пока все. Пока все. Так, друзья, смотрите, что еще удалось нарыть. Какой-то болт. Гайка-болт. Нож. Я поймал нож. О, красный, новый. Ну и какая-то проволока. Нормально. Так, короче, я решил перебраться на эту сторону моста. Ну, по течению вода вытекает отсюда. Соответственно, если на той стороне были находки, то на этой стороне их должно быть еще больше. Сюда же течением приносит. В общем, все попробуем. Так, начинаем вылавливать. Арматурик. Достаточно большая и кривая. Да тут удобно, на самом деле, так сидишь. Внимание особо не привлекаешь, тихонько бросаешь. Класс. Что-то крупненькое. Точнее, половину трубы.
В общем, друзья, вот так я тебе побросал. Мне кажется, очень неплохо. Главная находка, это, конечно, часы. Часики попробую почистить. Не знаю, может, что-то хорошее получится. Вообще написано, что они водонепроницаемые, поэтому возможно, что не пострадал там ничего внутри. И как запущу, ну, об этом обязательно сниму отдельное видео. Весь металлолом отнес в ближайшую мусорку, потому что мы за чистоту. Что касается обоймы, проходили полицейские, я им говорю, смотрите, обойма. Вот, на самом деле это, ну, от детского пистолета, от, как это, от пневматики, там баллончик вставляется, он пульками стреляет. Но все равно прикольно, все равно, мне кажется, интересно. Вот, это был Миклуха Макфлай, друзья, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Подписывайтесь, ставьте лайки, пока-пока.